Всем привет. Давно не снимал. Работа, работа. Много работы. В общем, сейчас буду заниматься вот таким вот кухонным ножичком. Не знаю, будет интересно вам это, нет. Хочу его сделать посимпатичнее, убрать. По нему молотком долбили. Вот это вот убрать сверху. Отполировать. С обеих сторон. Более-менее нормальным сделать. Нож дешевый, какой-то ерундовый. Ну, нет, не важно, мне главное что-нибудь с ним сделать хорошее. Для вас материал снять. Чем буду пользоваться? Буду пользоваться алмазной пастой. Буду пользоваться наждачками разными. Я их тут нарезал, вон целую кучу. Алмазный надфиль. Напильник. Прикручу его струбцины к столу. Все снимать не буду, потому что это неинтересно. Буду включаться между. Показывать, что получается. В конце заточка. Ну и фоточки. Так, пока все. Сейчас прикручу. Камеру переставлю. И потом включу снова. Так, ну ладно, приступим. Закрепил на столе. Сейчас сначала обух чуть-чуть пройдусь напильником. Потом начну вот это вот убирать. Короче, кухонный пластилин. Уже сразу понятно. По первым же ощущениям. Стружка прям. Все сбивается, съезжает. Ничего, скоро лоджию застеклят, я туда перееду. С кухни будет местечко получше. Оборудую его под себя. Будет красота. Так, все. Вот это вот говнецо я убрал с обуха. Вмятины от молотка. Начну полировать. Сейчас я его сполосну, чуть-чуть протру и продолжу. Так, продолжаем. Перчаточки. Солнышко вылезло, выпустили этих дикошарок. Вон, ору так на улице. Так, сначала самую мелкую, это то ли 80-е, то ли 120-е. Ну, какая-то грубая. Тут и мелкая. Грубая, наоборот. Короче, сначала с нее. Буквально немного. По две штучки на сторону. Оливковое масло. Быстро как-то высохло все.
Эта сторона была сильнее ушатана, поэтому на нее больше уходит времени. Ладно, будем переходить на следующую. Перекур с дремотой. Продолжаем. На этот раз наждачка 240 с алмазной пастой. Сразу хочу вот какое уточнение сделать. То, что я занимаюсь сейчас омоложением ножа, это моя личная инициатива. Мне его надо было всего лишь заточить, но я решил, что это полезно будет. Поэтому, если там что-то на нем, какие-то риски останутся в конце, тут уж извините, я это делаю тем более бесплатно. В любом случае, он будет лучше, чем был до того, как попал ко мне. Какие-то залежи вскрыл. Не убранные до конца пищи, по всей видимости. Вот такая жесть слезает. Так, все, с этой стороны хватит. Сейчас вот по этой пройдусь еще. Та была, вот эта была сильнее ушатана. Следы от молотка на обухе оставлю. Это будет такой декоративный элемент. Да, наверное, не хватит. Надо помыть. И переходим на следующую наждачку. Продолжим. 800-я наждачка теперь. Появился заметный блеск. С этой стоит подольше поработать. Дает хороший результат. Рисочки останутся в любом случае, поэтому, ну, хотя бы их будет намного меньше. Я сделал фотографии до, потом сделаю после, сравним. Обух вот здесь вот еще резиночка. Ну, я думаю, хватит с этой стороны. Слишком много чести.
холодочком из окна дунуло. Сейчас, может, дождик пойдет. Я бы не отказался от дождика. Смыло бы там детей всех горластых. С одной стороны. С другой стороны, там среди них мой сынуля носится. Тогда он придет сюда. Эта сторона намного глаже получается. Ну, тут меньше царапин было. По поводу красоты, последняя стадия осталась. Это паста Диалюкс белая. И перейду к заточке. Батарейка садится. Сейчас в любой момент выключится. Запорят мне видео. Так что выключаюсь. Видно, да, как сейчас выглядит? Уже такое зеркальце. Полуматовое. Посмотрим, что будет дальше. Так, все, пока перерывчик. Продолжаем. Полировка. Зубная паста. Нанес на тряпочку ее. И пошел возюкать. Сейчас глянул исходники, что-то фокус пляшет. Надо будет разобраться с этим делом. Так что извините, если вдруг где-то фокус пропадает. Не моя вина, я без оператора снимаю. С одной стороны хватит. Вот что мы имеем. Это не делал еще. Так, сейчас подготовлю тряпочку сначала. То есть я беру тряпку, на нее капаю оливковое масло. Беру пасту. И натираю. Белая паста, на удивление, очень хорошо растворяется в масле. Ну вот. Секундочку. Ладно, все равно это еще не итоговый. Все равно мне его еще мыть, показывать после заточки. Пока так, предварительно.
Лампочки мои отражаются. Три штуки. Очередная пауза. Вернемся уже к заточке. Погнали дальше. Заточка. Точить буду до тупья. Как есть. Менять ничего не буду, потому что ну его нафиг. Угол планирую делать. Это хоть и кухонник, но используется он жестко довольно. Если я его сильно острый угол сделаю, он быстро очень затупится. Мне этого не надо. Буду делать, начну с 36 градусов. Закончу на 38, скорее всего, так. Ладно. Для начала. Оставляем угол. Так. Нолик. Тихо. Нолик. Шестнадцать градусов мне надо. Потом буду на абразив на каждый. А, нет, не 16, 18 градусов. На каждый абразив буду поднимать по полградуса. Посмотрим. Ну и планирую все-таки этими камушками с заточкой закончить довольно быстро, потому что времени потрачено и так уже много очень. Начал я, грубо говоря, в 16:00. Уже 19:20. 3 часа 20 минут я занимаюсь. Мог бы и дольше с моей дотошностью. Маслица. Начинаю с India Course. Пройдусь по всем трем Индиям. Закончу, наверное, на рубинчике. Ну, там, паста полировка, это не счет. Будем переворачивать почаще. Вода из-под накладок продолжает выходить. Понятно, все на камешке. Зоофенчика нигде нет пока.
Можно было и с алмаза начинать спокойно. Ну, работенки тут еще приличные. И сидения тут не ахти. В смысле, вообще слесарка плавает. Неплохо так плавает. Надо здесь продолжать. Заусенца еще нет, но перевернуть стоит однозначно. Почистить и перевернуть. Дел здесь много, я думаю, вам это все интересно не будет смотреть. Так что я пока выключусь. Попозже. Тем более время. Перешел на следующий камень. На 36 градусах вот такие вот подводы получаются. Они станут чуть меньше. Но это, конечно, тут сведение получается, ну вот, на кончике особенно, как обух. Толщиной практически. Это жесть. Кое-где чуть-чуть на кромку не вышел, но это и хорошо. Угол буду повышать. Лучше на нее выйти более деликатным камнем. Восемнадцать с половиной. Продолжаем. Если честно, Индия Корс что-то у меня не вдохновляет. Его на алмаз его заменил. Снимает он медленно, не очень охотно. Сейчас попробуем медиум. Но вот этот камень в разы лучше. Беда, конечно, беда тут со сведением. Что тут скажешь? Кончик особенно.
вода до сих пор вылазит тут. Так, заусенец. Тут вот вообще страшное дело. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Перешел на файн, не заметил, как аккумулятор сдох. Там немного прокакал, но все равно начал чуть-чуть файном. А у ножа заусенец везде, кроме самого кончика, приблизительно пол сантиметра. Не могу пока выйти. Поднял угол на полградуса. Теперь 19 на сторону. Всего получается 30. Че? 38. Устал уже, скоро ночь. А я все воюю с кухонным ножом. Ладно, продолжаем. Неправильно сделал опять. Надо было с самого начала с алмаза начинать. Чтобы намного больше было сделано. Чтобы закончил. Но смысл был в том, чтобы все сделать камнями Индии. Задумка такая была с самого начала. Плюс угол менял. Материала отснятого уже столько, что думаю, может быть, на две части разбить. Или сильно пообрезать. Характерный звук срезания заусенца. Неужели? Буквально самый-самый кончик. Еще. Так, ладно, сейчас я повозюкаюсь файном, потом включусь. Очень долго получается это все. Переходим к финишу. Рубин. Было 19. Делаем 19,5.
замечательный заусенец, как он должен быть. И скоро можно будет проверить. Какой кошмар, а? Ну и сбить его надо теперь с этой сюда вылез. Что это, насекомое летает тут? Когда пастой буду в конце добивать, красоту делать, он уйдет. Вот он все равно чуть-чуть, теперь он сюда вылез. Нет, где-то он есть. Везде есть. Ну-ка, если... Нет, не пойдет. Надо убирать его полностью. Да вот он, его видно. Он бегает туда-сюда. Наждачку перехожу, на наждачке он уйдет.
«Красота, приди» называется. В блестящей кромке смыслов несколько. Это не только красиво, но и добавляет долговечности. Вот. Плюс наждачка, хоть она и не выходит, заметил я это почему-то так всегда. Хоть она и не выходит на РК, но заусенница она все равно с собой забирает. Рез получается сочный, смачный. Угол 39 градусов. Думаю, стоит закончить. Много сил потрачено на нож, на этот не стоит он того. То, что сделано, это даже больше, чем надо. Ладно, помою, потом в итоге подведем итог. Даже из лютого говнеца ушатанного нужно попытаться сделать что-то более-менее сносное, чтобы она резала. Резать он будет некоторое время, если его будут подправлять, ну и проинструктирую, то он острым будет довольно долго. Так, 39 градусов тут у нас получается. 39 градусов для кухонника многовато, конечно. Ну, по-любому сгодится. Так, режет он. Заточка, так называемая линза, соответственно, будет держаться довольно долго. Не стоит он там. Обычный человек лучше новый нож себе купит, чем потратить деньги на вот такую вот заточку. Потому что, ну ладно, я сейчас пока это коллеги, я делаю свои
с работы, делаю это бесплатно для того, чтобы видео снять. А вообще за это запросят, да за одну заточку только запросят что-нибудь под 1000. А со всем остальным и того больше. Но столько не стоит. Ну вот. На этом, я думаю, стоит закончить. Все, пока.